Сергей Михайлович Игнатьев. Я всегда радуюсь, когда прихожу в зал бокса, когда самые маленькие, самые юные ребятишки уже с самого раннего возраста прививают любовь к спорту, чтобы вы становились настоящими воинами, спортсменами, боксерами, патриотами нашей страны, чтобы этот клуб «Динамо» вы могли прославлять на соревнованиях любого уровня. Немножко вам сделал подарки, боксерские перчатки для вас принес от Федерации бокса. В маленькой квартире, большой квартире, стали перед зеркалом, всегда вот эти вольные комбинации, как говорится, имитацию удара всегда можете делать, только не по братишке, не по сестренке. Только перед зеркалом. И немножко дистанцию соблюдайте, чтобы зеркало не разбить. Ладно, договорились? Да. Ребята, удачи вам и до новых встреч. Ура.